Всем здорово, я Галя. Сегодня на свиданку вместо Ленки пойду я. Так что смотрите до конца обязательно. Поставьте лайки, напишите комментарии. И по джумберили. Короче, друзья, задача с Игорем, с его, блин, свиданием уже начинает усложняться. Он больше не ходит просто так на свидание по переписке. Но мы-то хотим его встретить. Буду встречать Игоря не я. Он хочет созвониться. Мы решим эту проблемку. Короче, звоним Игорю, договариваемся. Алло, это Игорь? Игорь. Привет, это Наташа. Привет. Как у тебя дела? Нормально, у тебя? Тоже неплохо. Завтра все в силе? Да, все в силе. Давай, я буду ждать. Ну, ладно, я не опоздаю. Давай, пока. Пока. Игорюш, привет. Привет. Это же я, Наташа. Да нахуй, Наташа, Натусик. Заебали уже, блядь. Мы с тобой сегодня переписывались. Иди ты нахуй. Мы созванивались. Да отъебись от меня. Ну, Игорюш. Подстава, да, суки, вы заебали. Какая подстава? Наташа, держи его! Игорь, стой! Ой, Игорь. Игорь нас в очередной раз нас бросил. Даже на Наташу не клюнул. Старалась, издевалась. Когда-нибудь мы его догоним. Ребята, вы в курсе, что сейчас каждый второй зарабатывает на биткоине, криптовалюте и различных вложениях? Вы все еще думаете, что поздно покупать биткоины? Сейчас самое время зарабатывать на криптовалюте. Но если вы сами в этом ничего не понимаете, вам поможет компания Avalon, которая все сделает работу за вас. Компания Avalon покупает криптовалюту по низу рынка, а продает ее на самом пике. Тем самым зарабатывает для своих инвесторов по 1,3% в день. Хорошо. Чтобы стать инвестором, просто переходите по этой ссылке, вон она. Регистрируйтесь и погнали зарабатывать. Добро? Да. Вот как я. У меня сумка от Gucci, у меня штаны с дачи. Ну вы же все равно по ссылке перейдете, да? Обязательно. А видео можете на Чернов ТВ посмотреть. Go crazy, berserker. Ой, поджумберили. Леш, привет. Привет. Я Галя. Как дела? Нормально. Че, по мороженому? Можно. Окей. Давай вон здесь вон купим. Ну че ты молчишь, такой неразговорчивый? Не, ничего, сейчас. А мороженку дайте, пожалуйста. Окей. Че, может в кино сходим? Сейчас, посмотреть, пройтись немного. Посмотрим, да, пройдемся, погуляем, как обычно. Че со мной не общаешься? Леш? Нет, почему не общаюсь? Общаешься, все нормально? Все нормально. Какой ты милый. У нас сегодня первое свидание с ним. Такая погодка, да, хорошая. Чего ты там в телефоне? Ты с кем-то переписываешься, что ли? Нет. Ну, давайте воздушные, рис, орешки. Ну, ты заплатишь ведь? Окей. Ты не будешь мороженое, что ли? Почему? Не, не хочу. Не хочешь? Ну, какой ты милый, дай я тебя поцелую. Дай поцелую там. Не пришла да? Карта. У тебя что, денег нету, что ли? Что за кино на платить нет, сегодня? Нет. Денис, привет. Кто? Я Галя. Ты что, меня не узнал, что ли, Денис? Так ты куда ты сразу? Мы даже еще не поговорили, Денис, я тебе говорю. Минутку. Давай минутку поговорим. Мы с тобой переписывались, сказали, что в кафе пойдем. Денис, я уже устала. Ты-то спортсмен, понятно, а я-то ведь нет. Вдруг вокруг мы с тобой переписывались. Стой. Денис, это Денис Пранк. Денис, там камера, смотри. Можно мы тебя в ролик ставим? Дай поцелую тебя за мороженку. Да. Что-то ты как-то немножко не похожа на фотографию совсем. Просто после бывшего я запустила чуть-чуть себя.
Понятно. Пойдем-то куда, Леш? Я не знаю, ты на машине? Да. Может, поедем тогда? Да. Ну, к тебе поехали, чай попьем. Вроде мороженым угостил, и я думал, что все, у нас с тобой все будет хорошо. Ты знаешь, тоже я думал, что ты не такой чуть-чуть. Но я с этим смирюсь. Понимаешь? Понимаю. А ты что такой расстроенный? Да ничего. Леш. Поехали. Куда не поеду? Занят сегодня. Может, я с собой тогда поеду? Не получится. Работать мне там надо. Я гвозди умею закручивать, топором умею работать, если что-то напилить надо. Как с тобой диалог строить, я не понимаю, как? Вообще не надо с тобой диалог строить. Сколько сейчас времени уже? Не знаю. А у меня уже полгода не было ничего. Поеду я по своим делам. Угу. Так что, извиняй. Леша, не уходи, пожалуйста. Леша, я поеду с тобой. Ну дай хотя бы я наручник нажму. Игорь, привет. Я Галя. Кто? Я Галя. Мы с тобой переписывались, Игорь, а ты что, забыл, что ли? Мы с тобой договорились на этой скамеечке. Я не ждал, Игорь. Что так выглядишь. Нет, все, все, все. Подожди. Спокойно, девушка, я больше ничего не хочу, правда. Мы же с тобой, ждал, подожди, так... поцелуйчики отправлял. Да, да, и что сейчас? А сейчас больше не хочешь отправлять смайлики и поцелуйчики мне? Нет, больше все, правда. Почему? Хочу, Игорь, ты же не побежишь? Игорь, это прикол, Игорь, заколебал. Это прикол. Вон, видишь? А прям испугался. Тебе правда есть 18, просто молодо выглядишь? Да. Я думал, меня сейчас прям врубать будет. Врубать. Я растерялся. Можно мы тебя выложим свой ролик на ютубе? Да. Красавчик. Да.